religion. Меня зовут Андрей Черкашин. Мой товарищ Виктор Климов. Thank you.
зима наступит, как уже потеряна. День отражения в лужах не звезды. Я не уверен, что тебе я верен. Я не уверен, что верна мне ты. И конца нас всех подстерегает случай. Над нами сумрак неминучий или ясность Божьего лица. Но ты, художник, твердо веруй в начало и концы. Ты знаешь, стерегут нас ад и рай. Тебе дано бесстрастной мерой измерить все, что видишь ты. Да будет взгляд твой тверд и ясен. Сотри случайные черты, и ты увидишь мир прекрасен. Ну, Александр Блок, да. Спасибо. Ты вот меня спил. А я просто... не был. Ну, договариваюсь. Да. Ну, споем же, да. Нам не гулять на воле. Пройдет за царем, за царем.
Если твой друг тебя не понял, если не понял тебя вдруг, не нужно брать его на понял. Понял, не понял, друг есть друг. Собака лает, ветер бросит надежды камни водород. То, что не выросло, не скосят, то, что не скосят, не взойдет. Театр. А, это такой стишок. Шекспиру приписывают мысли, а на самом деле это было сказано чуть-чуть раньше одним французским поэтом Возрождения, таким поэт-куртизан Пьер Рансар его звали. Весь мир театр. Все мы актеры по неволе. Всесильная судьба распределяет роли, и небеса следят за нашим игрой. По-моему, неплохо, да? То есть это я к тому, что каждое утро перед тем, как пожелать своим близким удачного дня, доброго утра, да, глядя в зеркало, можно смело желать себе ни пуха, ни пера, посылать себя к черту и, собственно, талантливо жить следующий день, а если повезет, то и ночь. Вот к чему сейчас все это, да? Разберемся, потом. Thank you.
Целый год идет рядом, целый год идет дождь. Перепутал слова. Целый год. Как это называется? Деменция, вот. Целый год идет дождь, целый год идет снегом, целый год идет дождь по земле и по небу. То едва моросит, то опять заряжает, магнитола шипит, станции не принимают. Без стука принесла еду и одежду. За окнами окна, ноябрь между нами. Это точно не лето, ты где-то здесь. Но где это где-то? Должно быть, что-то ушло, но что-то все же осталось. Я знал тебя раньше, или мне показалось, или это одна из Америк. Перед зеркалом зеркали берег. Сама собой. 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 Так помашем крылами. Тут так-то что-то ушло, но что-то все же осталось. Кто знал, кого раньше
зеркало в зеркале берег сама собой. Солнце за границей, день настает, солнце встает.
В принципе, можем сделать небольшой антракт, если вы устали. Нет. Мы только входим во вкус. Хотите, я немножко об инструментах расскажу, как мы готовы? Много здесь? Интересно. Вот этот инструмент. Ну, мы сколько с тобой репетируем, ты мне никогда не рассказывал, кстати. Я специально. Ладаешь сразу и дуешь без спроса. А я лучше. Вот этот инструмент металлический называется ирландский лонгистон. Почему ирландский? Потому что это чисто ирландская традиционная, очень древняя народная флейта. Они бывают, ну, лоу низкий, бистон свистон, если дословно переводить. Они бывают маленькие, то есть high whistle, thin whistle, маленькие whistle. Есть тартушки, там, знаете, вот этот вот, в своем роде самый большой лоу whistle. Вот. Инструмент достаточно в наше время популярный, и самое что удивительное, несмотря на то, что на его простоту, звук, если вы обратили внимание, он какой-то вот очень такой сиплый, матовый, и очень классно ложится вообще практически в любую музыку, в любое направление, вот, уже проверено. Вот. Это вот что касается флейты. Есть еще вот такая вот флейта. Это, не помню, как она называется, но я ее покупал, когда были мы с концертами в Будапеште, в Венгрии. Это вот традиционный венгерский инструмент. У него тоже такой звук очень интересный. Венгерский звук. Венгерский звук. А вот я ее сейчас про вас. У нас следующая какая песня? А какую скажешь? А по плану какая? По плану. Москва-Самара. О, Москва-Самара. Ну, еще вот. Я просто к тому, что вот есть у меня еще один инструмент. Я о нем сейчас чуть-чуть раньше расскажу, а вы его потом послушаете, потому что у нас будет одна песня, где мы будем играть. А может, давай ее сейчас сразу сыграем. Да ну, поживее хочется. Ну хорошо. Москва-Самара самому. Может кто-то узнает, что это за инструмент. Да, это волынка. Волынка шотландская. Прям оттуда. То есть никакой не новодел, ни местных мастеров, а именно сделана была на мануфактуре Шотландии. Дело в том, что волынки шотландские, они есть несколько видов. Самый известный из них, может быть, да, знаете, когда на плечо кладутся вот эти троны большие, килтах и так далее. Это большая шотландская, а вот эта шотландская называется small pipe, то есть малая шотландская волынка. Чем они отличаются? Помимо звука, размеров и так далее, они отличаются по назначению. Дело в том, что большая волынка, к которой мы привыкли все видеть, слышать, это чисто военный инструмент. На нем исполнялись всегда марши для устрашения, там, противника и так далее. Это был такой момент, когда там несколько сотен волынщиков шли. И все отступали. Да, потому что рев был такой, там просто тяжело представить. Да. А эта волынка... Они еще пьяные шли. Ну, а то, какие же еще. Эта волынка... Это психическая атака. Светская. Для светских вообще каких-то вечеринок. На ней игрались преимущественно песни, какие-то танцульки и так далее. И звук у нее более такой кларнетный, более такой тихий, спокойный. Ну вот поиграем и будем слышать. Ну вот из основных инструментов, которые вот сегодня звучат, наверное, все. А сейчас... Что сделан мешок? Мешок? Этот мешок синтетический. Синтетика. А раньше делали, да, из животных. Вот у меня есть дома еще болгарская волынка, называется гайд. Вот там из кожи ягненка. Но сейчас Болгария тоже отходит от натуральной кожи, потому что уже не нужно, когда есть синтезия. Ну, я вот вкратце все. Если может быть кто-то еще что-то хочет Thank you.
Москву. Thank you.
от улицы мира. Балтийская чайная, северный шмель. 0,0 промили в крови у факира. Трюк удался, что с того, что теперь. На проспекте Победы в силу бессилия рядом причин. Тузы и шестерки, растаманы, скинхеды, бандиты, священники, шаманы, врачи. Еще один круг, золотой век, заводной фрукт, прогнозы погоды, мировой чёс, призрак свободы, бешеный пес. Еще один раз, еще раз один, искры из глаз, из ушей дым, прогнозы погоды. Развивает пальто. Знать,
Значит ли, что будет лето? Значит ли, что летом где-то ты однажды встретишь ее? Значит ли, что это значит? Значит, ничего не значит. Просто ты получишь свое. Незаметен, вот и ты устал от сплетен, и мне распуститься нигде. Вот и ты объят ответом на вопрос, присущий ветру, на вопрос, присущий воде. Значит ли, что осень скоро? Значит ли, что этот город будет тобой выпит до дна? Значит ли, что это значит? Значит, ничего не значит. Просто ты получишь сполна. Разных лет написания, понятно, что какие-то наивные, какие-то очень наивные. Ну да, да. Попытки. Вот одна из таких попыток. Что мы были одни и продолжали толкаться.
если мы не вернемся, мы никогда никуда не уйдем. Щупальцы осьминога, черно-белые сны. Историю нужно учить. Что? Правильно. Географию. Любовь. Не понял. Чего? Любовь. Парашют, я никуда не спешу.
Ну давайте немножко, надо же пообщаться тоже между собой-то. Вы не увлекайтесь. Нет, если вы не устали, то... Втягиваться ни во что не надо, уж чтоб вы мне-то поверьте. А мы уже второе отделение вас волыночкой-то порадуем. Ну, прям 5 минут, кто-то покурить, может быть, хочет, тут вот в соседнем комнате, в соседнем кабинете. Занято.